На календаре декабрь, 7 число. 7 декабря 1873 года издатель газеты «Гражданин» князь Мещерский обратился к поэту Николаю Некрасову с просьбой принять участие в благотворительном сборнике «Складчина». Доход от него – 10 тысяч рублей – предназначался в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии. Некрасов прочитал письмо и дал князю Мещерскому положительный ответ. Писатели собрали свои произведения и объединили их в книгу, не взяв за это ни копейки гонорара. То было в веке 19-м. В 20-м столетии история повторилась. Губернию снова охватил голод. Чтобы помочь жителям, сюда, в Самару, прибыл известный норвежский исследователь Фритьоф Нансен. Он пробыл здесь до 7 декабря 1921 года и посетил Самарские, Пугачевские уезды, а также город Бузулук. Многие жители Поволжья запомнили нансеновские детские дома, столовые и медицинские пункты. Фритьоф Нансен и его миссия спасли от голодной смерти сотни тысяч людей. 7 декабря 1932 года сызранские шахтеры нашли мощные пласты горючего камня. Так родилось крупнейшее в Советском Союзе сланцедобывающее предприятие. Основным потребителем кашпирского сланца была Сызранская ТЭЦ. В том же 1932 году у сланца появилась вторая жизнь. На опытном сланцеперегонном заводе запустили два паровых котла. И предприятие стало выпускать ценные медицинские и ветеринарные препараты. Ихтиол, антисептик, альбихтол. Продукция Сызранского сланцеперерабатывающего завода была востребована не только в СССР. Она была знакома медикам Венгрии, Индии, Англии и Турции. 7 декабря 1936 года в Куйбышевский краеведческий музей доставили интересные находки. Зубы мамонта и носорога. Зуб мамонта нашел школьник Иван Яхонтов на берегу Чапаевки. Зубы носорога обнаружили рабочие во время земляных работ на улице Пугачева. 7 декабря родился Петр Вельяминов, народный артист России. «Командир счастливой щуки», «Сладкая женщина», «Пираты 20 века», «Возвращение резидента» и многие другие фильмы с его участием полюбили зрителям. Но, безусловно, Захар Большаков, председатель колхоза из телефильма «Тень исчезает в полдень» и Поликарп Кружилин, секретарь райкома из «Вечного зова», стали визитными карточками актера. Сделали Петра Вельяминова невероятно популярным. 7 декабря – день рождения Сергея Мазаева, замечательного музыканта, певца, лидера группы «Моральный кодекс». Знаменитая на весь мир мадам Тюссо, скульптор и основательница самого необычного музея восковых фигур в Лондоне, родилась тоже 7 декабря. Сегодня поздравление с днем рождения принимает Михаил Куперберг, известный самарский киновед, президент киноклуба «Ракурс». Именины у Марка, Евгения, Григория и Екатерины. Сегодня самое время найти хорошую горку и кататься до упаду. По народному календарю 7 декабря – Катерина Санница. Ее считают покровительницей брака и невест. Раньше на Руси в этот день устраивали народные гуляния, катались на санках с горы, а вечером гадали на суженого. Клали под подушку кусок хлеба, загадывая, какой будет характер у мужа. Все эти события произошли 7 декабря. До встречи, увидимся завтра.